селе Почери Вуктыльского района состоялся первый фестиваль «Обряды народов Республики Коми». Его отличие от других подобных мероприятий в поле этничности. Свои традиции представили не только коренные жители, но и землячество украинцев, татар, усть-целемов и казаков. Татьяна Супряткина расскажет о том, как все было. У каждого поселения свой национальный колорит. Где в каком проживает больше той или иной народности, там и преобладают свои местные традиции. Фестиваль сделанный представляет весь народ, где у нас Украина, где, как говорится, казачество, коми народ. Землячество района подготовили не только собственные старинные обряды, но и предложили гостям отведать блюда национальной кухни. Некоторые рецепты уникальны. Замминистра культуры Лариса Ушакова выразила надежду, что фестиваль, ставший визитной карточкой, однажды может получить республиканский статус. И надеюсь, что он будет традиционным и в дальнейшем перейдет уже из статуса районного в межмуниципальный, а затем уже и в республиканский. Праздник состоялся, и ему быть. Фестиваль развернулся на территории национального парка Юга-2. Именно с ним граничит село Почери. Возможно, поэтому праздник не обошелся без экологической темы. Мы долго к этому шли. Я считаю, даже и как бы стимулировал парк проведение этого фестиваля. Вот мы здесь построили для местных жителей стояночки. И, в общем-то, как бы, когда вы смотрели, сегодня символично проходился фестиваль, то есть это наша история, это наша культура. И тут же сплавлялись туристы, которые пришли с природного тура, сплав по реке Почери. И поэтому нет наилучшего сочетания, чем природный и историко-культурный туризм. Вот когда оно все у нас будет сочетаться, тогда у нас будет настоящее все. Организаторы уверены, фестиваль ждет большое будущее. Первый блин не прошел комом, да и с погодой повезло. В этот день открылся купальный сезон в горной реке, которая тоже носит имя Почерье. Татьяна Супряткина, Наталья Шуричева, Илья Пузанов, телеканал «Юрган», Вуктыльский район.